Где Катя? Катя, умничка. А где Вика? Где Вика? Вика, молодец. Хорошо. Прям сразу побежали. На качелю пойдем? За руку с Викой не страшно идти никуда. Дорогу в сказочную страну, где много веселых качелей, уютных гамаков и забавных игрушек, она знает наверняка, а значит, никто не заблудится. Маленькой Кате поддержка взрослых нужна особенно. Окружающий мир она воспринимает нестандартно, не как обычные ровесники. Слушать и ощущать собственное тело, понимать его сигналы в свои 3 года девочка только учится, не развита пока и речь. Потому занятия с нейропсихологом малышке необходимы. В формате игры специалист выполняет серьезную работу, а не затеи. Затейливое на первый взгляд оборудование хорошо в этом помогает. Здесь есть гамаки и качели. В основном это все воздействует на вестибулярную систему, на мозжечок. То есть часто, да, мы видим недоразвитие мозжечка. Мозжечок у нас что? Он отвечает за координацию. То есть когда ребенок идет, спотыкается, не поднимает ножки как нужно, не видит препятствия, которые перед ним. Мозжечок у нас вообще начинает развиваться еще в утробе, когда ребеночек плавает в этой амниотической жидкости. Первые сигналы, которые он получает, это вестибулярные сигналы. Если по какой-то причине нарушение, да, произошло, мы можем это исправить путем докачивания, то есть классического докачивания. В кабинете нейропсихолога есть вот такая волшебная сенсорная дорожка. Состоит она из ортопедических ковриков, по которым ребенок должен ходить босиком, а также заполненных емкостей. Здесь, например, горох, здесь чай каркаде. Все это можно рассматривать, трогать, нюхать и даже слушать. Все для того, чтобы как можно лучше научиться чувствовать и понимать окружающий мир. К нейропсихологу Катя ходит уже 1,5 года, посещает и других специалистов. Прогресс существенный, отмечает Виктория Алексеева. Девочка стала улыбаться, реагировать на обращения, охотнее идти на контакт. Каждый успех, даже самый маленький, для наставника – радость и, конечно, мотивация, делится Виктория. В Центре нейрокоррекции и логопедии она работает 5 лет, прежде была воспитателем в детском саду. Посвящать себя малышам, помогать им расти и развиваться, считает своим призванием, любимым делом, прожить без которого не сможет. Прыжочек и ку-ку. Закрываем и ку-ку. Я здесь, потому что я не могу быть в другом месте, потому что я радуюсь вместе с ними, потому что, наверное, моя жизнь была бы скучной без этого. То есть, мне кажется, это про предназначение. То есть я здесь, потому что я должна быть здесь. Свое предназначение нашла и Ольга Филипенко. Профессию логопеда-дефектолога освоила не в юности, а уже будучи многодетной мамой. К слову, благодаря семье и решилась кардинально сменить работу, оставить бизнес и получить новое высшее образование. Приходом в эту профессию я благодарна своим детям, потому что именно они вдохновили меня на то, что я могу помогать не только именно своим деткам, а также могу дарить любовь, тепло и заботу всем другим. Процедура, которую Ольга проводит 6-летнему Ярику – логопедический массаж. Он полезен детям с особенностями речевого развития. Воздействие на артикуляционный аппарат, а также голову и шею положительно влияют на состояние мышц, нервов и кровеносных сосудов. Чтобы в дальнейшем у нашего Ярослава появилась речь, мы готовим наши мышцы к правильной работе. Поэтому и используем данный метод логопедического массажа, что создает благоприятную почву в дальнейшей коррекции звукопостановки. Один из важнейших аспектов коррекционной работы – комплексный подход, уверены в центре. Адаптировать ребенка к окружающей среде – задача непростая, потому для достижения общей цели трудится сплоченная команда – логопеды, дефектологи, нейропсихологи, нейродиагносты, специалисты по логаритмике и другие. Из отдельных успехов складывается результат. И когда происходят маленькие подвижки, для кого-то они будут незначительны, кто-то даже не обратит внимания на это. А мы увидим, что раньше ребенок не сфокусировал свой взгляд в течение какого-то времени, у него взгляд всегда улетал. И тут мы видим, что он смотрит на меня, и это длится 6 секунд, 10 секунд, и с каждым разом все больше и больше. Но вот самый кайф для нас, для педагогов, это обменяться. Оль, смотри, у меня, ты представляешь, он посмотрел, он видел, а у тебя как? Прежде чем встретиться с детьми, новые сотрудники на базе центра проходят обучение по программе, разработанной опытными наставниками. Материал конспектируют, детально разбирают, после чего пишут тест. Это, по словам специалистов, позволяет окончательно определиться, готов ли человек работать коррекционным педагогом. И если готов, его непременно поддержат. Все для того, чтобы желающих помочь тем, кто очень в этом нуждается, становилось как можно больше.
Анастасия Синица, Деливер Меджитов, новости Севастополя.